Это Петр. Он приглашает маму стать клиентом Тинькофф. Его мама, Анна Ивановна, приглашает брата, дядю Валеру, который приглашает свою дочь Марину, а Марина приглашает друга Гришу. Новогодние приглашения продолжаются и возвращаются радостью. До 31 декабря пригласи друга оформить карту Тинькофф Блэк и получи 1500 рублей. А друг получит бесплатное обслуживание навсегда. Тинькофф.